Друзья, всем привет! Сегодня готовлю такое диетическое блюдо, диета номер 5П. В общем, снимала я прошлое видео и как бы да, попросили еще таких рецептов. Оказывается, очень много людей, у которых проблемы, ну, с поджелудочной, мало ли, с печенью, может быть. Вот кому уже нельзя жирное, жареное, соленое, копченое и все такое. В общем, переходим на правильное питание. Не, ну я, конечно, потом-то надеюсь, что все восстановится и будем продолжать готовить. Но это не значит, что есть все подряд. Если у кого нет панкреатита, так знайте, что он как любовь. Нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь. Вот. И начинаешь с ним как-то уживаться. Ну а что делать? В общем, купила сегодня пикшу. Рыбка тресковых. Да, семейство тресковых. Она не жирная, значит, можно треска, пикша, минтай и еще там много-много видов рыб. Жирность, значит, у нее от 1 до 4%. Если скумбрия очень жирная рыбка, да, сельдь жирная рыба, это вы знаете, то вот такую рыбку нам можно есть. Овощи, картошка, тыква замороженная у меня была и помидоры. Можете взять брокколи, кабачки, перец болгарский. Все это, приготовленное на пару, будет замечательно. С рыбкой просто прекрасно. Вот когда начинаешь думать, что вот с этой проблемой, да, кажется, что вообще нечего поесть. Это нельзя, то нельзя, это нельзя. Вот список огромный, чего нельзя. А что же можно? А можно, оказывается, тоже очень много. И можно также питаться вкусно и приготовить красиво. И так что давайте не будем впадать в панику, а то я там тоже почитала комментарии, смотрю, там девушка пишет, вот что болит тоже это поджелудочная, и она бедная там на сырых кабачках. Сырое нельзя ни в коем случае есть, сырые овощи тем более. Нужно вот паровое, отварное. И даже вот, например, если, ну это правильное питание вот считается, называется, да, ПП. Вот. Если вдруг кто-то решит постройнеть, вот, ну я не говорю похудеть, раз сказала похудеть, меня там одернули, что худеть от слова худо, так что будем говорить стройнеть, вот. Если кто-то решит постройнеть, вот такое вот приготовление пищи вполне себе подходящее на этот случай. Значит, я уже все нарезала, приготовила. Машу кисточку уже, смазать эту для пароварки, эту решетку смажу я тут между дел, ну и буду болтать. Значит, рыбку нарезала кусочками. Ой, зачешуила я себе всю кухню. Оказывается, у пикши я как-то ее вот редко покупаю. В основном беру это минтай. Вот хоть что мне говорите, что он деревянный, что его раньше только котам покупали, скотине, да. Вот не знаю почему, но оказывается много людей, которые любят минтай. И я в том числе. Я тоже люблю эту рыбу. Не знаю почему, нравится она мне. Вот. Нарезала. И вот у этой пикши оказалась крупная чешуя. Крупнее гораздо, чем у минтая. Вот такими кусочками, соответственно, все уже тут подтаяло у меня хорошо. Сейчас я ее выложу. Вот уже вот так. И поставлю на тарелочку. Картошку нарезаем. Вот так. Картошку нарезала толщиной примерно 5 миллиметров. Ну и все. Тоже все выкладываем. Тыкву, картошку. А помидоры вот чуть попозже я выложу. Они понежнее. И вот да, помидоры в сыром виде их при обострении, вот при воспалении поджелудочной ни в коем случае нельзя. А в отварном или припущенном, да, в таком вот паровом приготовлении их даже нужно есть. Вот такой вот нонсенс. Все, выкладываем овощи и потом поставим варить. Вот так вот выложила. Картошка, тыква. А помидоры попозже, когда уже вот покипит это все дело, минут 15. И потом уже добавлю помидоры. Потому что они побыстрее приготовятся. Все, отправляю уже у меня кастрюлю с водой. Готово. Стоит уже горячущая. Все ставлю, накрываю крышкой и варим до готовности. Готовность можно проверить ножом, зубочисткой, вилочкой, чем угодно. Насчет соли. Солить лучше уже потом в готовом виде. Все. Слегка. Потому что при обострении солить нельзя. Нежелательно, в общем. Ну вот и все. Проверяем. Все готово. Мягкое. Помидор. Очень мягенькое. Все готово. Это у меня вторая была решетка с
с картошкой еще и помидоры. А здесь вот это вот первое, что я делала. И, значит, рыбка. Смотрим рыбку. Прокалываем. Все тоже мягенько-мягенько. Все. Все это, в общем, варилось 20 минут. Засыпал все. Не надо стоять над сковородкой, переворачивать и все такое жарить, да? А тут поставил, все готово. И вкуснота. Ну, вот и все. Смотрите как. Ну, разве это не красиво ли? Разве это не вкусно? Вкусно, красиво, полезно. Так что можно натрескаться и быть довольными. Но как хочется беляш, если бы вы только знали. Как хочется чебурек. Ну ладно. Будем есть картошку с рыбкой. Тоже неплохо. Сама себя я успокаиваю. Вот, так что давайте. Хвост пистолетом держите, нос не вешайте, что типа нечего поесть. Все нормально. Прорвемся. Ну, на этой ноте всем пока и будьте здоровы.